Всем доброго времени суток, друзья, с вами Саня, уже Злой Нот, и... Анет, всем привет, ребята! Всем здрасте-здрасте, играемся, мы продолжаем проходить игру под названием... Children of Morta! Вот, в прошлые разы мы прошли уже первую часть, я так понимаю, одну из трех или одну из четырех. То есть один портал мы закрыли. Ну, а как теперь... минимум, здесь еще вот один. Как минимум виднеется. Два должно быть. Как минимум два, но сейчас у нас как минимум один открылся. Один открылся, и вот тут второй виднеется. Ага. С бачком. Ну все, переходим мы в Барахут. Опа. Барахудом. Ну давай, тогда делай выбор персонажа и я. Поехали. О, тут новая девочка, ну-ка. Пробел. Так, что-то снять не знаю. Блин, может ее попробовать хотя бы на раз? Или не стоит? Попробуй. У меня на моей ноде такое-то осквернение на 34%. У меня пишет, также можно использовать загадочное яйцо, чтобы исцелить одного бергоноса от скверна. Что за яйцо, у которого у нас ноль? Ну, возьми этот, как его. Я возьми. Огненную взяла попробовать, коль нам хорошо, дают. Возьми ее. Короче, Саня будет нас защищать. Ага. Она тем более бесквернная, может вкатиться, въедется и так далее. Она, видишь, типа нулевого уровня. Но я думаю, быстренько сейчас прокачается. Главное с рунами поаккуратнее хватать, потому что смотри, вот мы уже взяли какое-то говно со скверной, и теперь непонятно, как это убирать. Надо будет подсчитывать и смотреть, кому это нужнее. Да, я тоже согласен. А если типа скверно будет, то до свидания. Опа. Так, Люси не умеет стрелять во время движения. Ну так а пока что? Пока она стоит на месте и ведет огонь, скорость ее так увеличивается. Также появляются угольки-помощники. Прикольно. Блин, что-то мне это не нравится, что она... А что, разве лучница могла во время движения да, стрелять? Да, да. Я бегала, ну, видишь, и стреляла. Тебе регулярно надо за спиной стоять. Тебе... Блин, я уже забыл, как что делать. Да, тебе регулярно надо за спиной. Воу! Воу-воу! Я что-то полез уже. Да, вот тебе регулярно вот так вот стоять. Да блин, какие они шустрые. Они шустрые, я в них попасть не могу. Меня уже насували, мне насували по полной программе. То же самое. А что такое? Так, это какая-то ловушка? Не знаю. Видишь, с двух сторон шипы? Воу-воу-воу! Пойдем вниз. А это что такое за дверь? Она не открывается. Воу! А, это от кого огненные какие-то штуки? Особенный какой-то. С двух сторон, пошли нафиг, у меня не могу в атаке стрелять. Нет, пошли, я хочу лучницу назад. Здравствуй, с уровнем. Нет, нет, пошли нафиг. Отстань. Да не, нормально. Это кто? Так, повышает шанс уклонения. Ну, я думаю, тебе, наверное. Да, потому что что-то меня что по жизни... Ты вблизи лупишь, это что? А что это за херня? Да ё-моё, он какой-то дед. Вон, гад какой-то. Ну, что-то мне так насували, пол жизни у меня уже так, нет. Это, они уворачиваются, падают. Ой, подожди, дай-ка я проверю, что мне можно прокачать. Люси создает около себя смерч, который притягивает врагов и наносит им урон. Вот так себе. Если Люси остается невредимой 8 секунд, ее окружает магический барьер, который поглотит следующий урон. Вот это интереснее. Думаешь? Ну, блин, смерч, который будет притягивать к тебе врагов, тебе оно надо? Я считаю, что все-таки лучше какой-то барьер, чтоб, ну, как-то ты выдерживала. Ну, посмотрим, что-то я как-то... А вот это что такое? Нет, ничего. Ой-ой-ой. Это змеи, я думал, это червяки какие-то, это змеи получается. Так, у нас же нету, да, у нас нет. Нет, так, это нету. Обманка. Так, блин, тайняк, зря приперлись. Нет. А нет, подожди, тут какой-то тайник или еще какая-то фигня. Смотри, там что-то как будто есть. Или это где-то в другом. Ну или просто локация, ладно. Она, конечно, прикольно стреляет, но. Лучница мне нравится больше. Ну, так, она, наверное, ну вниз активная. Пойдем. Воу. О! Ой, головастик этот. Да и встань! Ты куда пошел? Да отстань! Они не отталкиваются, падлы.
Ну это в отталке. Вау, что-то какой-то на какой-то скверник встал, меня там так продамажило. Еще уровень апнуло. Ну ты сейчас походу. Ну я получается эту сейчас буду брать как раз таки смерч. Мне в принципе больше нечего взять. Воу. Смерч пошел. Ага. Бесполезный. Ну ладно. Так, топаем. О, мумии! Мумиё. Блин, урона вообще нет. Они реально... Я вообще никак не дамажу. А стамина уходит просто бешено. О, прикольный смерч. Смотри, он как... Блин, здесь какие-то квадрокоптеры. А? Отстань! Фью, ой-ой-ой! Квадрокоптеры эти! Она еще у меня... Я почти перещит. Сдох, блин. Ё-моё! А что это за руна дает? О, нет, походу нет! О, 15 хп! Ну опять злой енот, как говорится, играет на... По крупному. Прям минималках. Так, эту руну надо было сделать на уворот, а я что-то... Вау, затупил. Смотри, они типа скрытные, а там вообще пустынная какая-то фигня всасывает. Тут их много! Тикай назад, Аня, тикай. А, тут еще стреляют! А! Пошли в задницу! Не беги туда, там еще их больше! Беги назад! Ну я сейчас умру. Не, бегай по кругу, бегай я по кругу. Я буду? Тут какой-то пошли! Не беги, там еще их больше! Я буду туда им кидать этот. Пошли в задницу. Я вот так делаю, а? Давай, давай. Пошли нафиг. Ой, тут еще родилось штук 10. До желтого снести, тогда, в принципе, ой, я уровень апнула. Получай. О, я тоже апнулся. Град всех нас град. Так, надо прокачаться. И что мне дали? 2 очкового навыков. У меня и что-то одно... могу прокачать. Но шипы я не хочу, мне не нравятся шипы. Урон считаю. А. У меня нечего качать, все, там чувак. Все доспехи Джона. Броня плюс. Сдалека я. Доспех сейчас я прокачаю. Ой-ой, вот они тут. Смотри, смерч, конечно, классная тема. Топовая, я думал, он только вокруг тебя крутится, поэтому и думал, что он фигня. А на деле он, походу, топовый. Нормально. О, уклонение сработало. Сейчас со скверны. Отлично. А тут повезло. Ой-ой-ой, это что такое? Не знаю. Меня смотри, погрызла, оно движется. Зэ, но она меня погрызла. Пошли нафиг. Драные улитки, а? Фига себе, меня там надамаживают. Я не знаю, Аня. Это я что-то думал, то по-легкому пройдем. Не, нифига. А подожди, мы все прошли? Мы вроде где. А, мы не были дофига где. Да, вниз еще надо бегать. Я думал, мы по-легкому пройдем. Ага, пройдем тут по-легкому. Здесь дверь еще. Там дверь. Сейчас, подожди. Я тут сейчас пройду. У меня тут 30 хп. Так, тут по полу кто-то бегает, уходи. О. Здесь по полу кто-то. О-о-о. Какой-то ниндзя песочный. Ага, а это червяки какие-то, смотри, они именно по земле. То есть не... Да. Так, это что, по бег? По песку. Давайте. Обелиск стремительности. Да, по песку, то есть, ну, землю... По твердому они, короче, не лазят, только песок. Так. Блин, драный этот. Понятная хероборья. Ой, стреляет! Оу-оу-оу.
Уху-ху. Так, чё тут? Кто тут? Так. Ну по навыкам мне что-то вот это больше прикалывает, если честно. Кто-кто? Как ты ей дамажишь. Лучница, не знаю, мне кажется, то ли медленнее, то ли еще чуть-чуть. Ну. Воу, воу. Плюс вот эта херня очень плохо срабатывает. 21 хп осталось. Блин, я хочу вот эту штуку вскрыть. Давай. У меня у самого 31. Ой, нифига я умудрилась, как ага, красиво. Не говори. Пробежала топово. Так, ну тут уже не топово. Это отлично. Начало, Аня. Это начало, не говори. Босса нет. Ой! Мы без каких-либо рун и уже так... Воу-воу. Отстань! Видишь, вот этот вихрь топовый. Уровень уже конечно... опять. Ну, крот, он, конечно, на больших уровнях, наверное, этот, как его, не прокатит, но... О, тут, блин, яйцо, надо валить его, пока его... Сила в единстве. Меня развалили, Аня. Да? Ты что? Как ты посмеял? Пока. Да, походу, да. Жалко. Яйцо надо потихоньку разваливать, потому что и без него никак. Ты вихряни в толпу, вот толпу собери за собой, вихряни и по яйцу бей. Не по мобам, по яйцу, иначе бессмысленно. Хотя бы по одному разу стреляй по да, яйцу. Да, нет. А, ну да, там посмотрим, да. Видишь, что нет, в тут... чем ее минус вот этого перса? То, что она не стреляет в беге. Ага. Получается, мне надо остановиться, чтобы ударить. А вихрь, он, ну, у него есть перезарядка, получается. Я не могу ну, понятно, его по КД понятно. Стрелять. Может быть, блин. Этот вихрь и прикольный, конечно. Но сейчас я возьму обратно свою девочку, попробую все-таки. Не знаю, я хочу лучника взять, но девочка я играть не хочу. Что за фигня? Тут есть вообще классы какие-нибудь? Но там есть новые мальчики. На Линду нахнула глубокая печаль, когда он увидела. То самое, которое отец посадил в день ее рождения, увяло и засохло. Плохой знак. Но когда она взглянула на бабушку, бабуля опять Форевер, ее печаль немного отступила. Маргарет всегда была лучом света в самые черные дни. Я согласна, бабуля топ. А, такая неубиваемая бабушка. Непотопляемый. А вторую часть подземелья смотрите уже в следующем ролике. Всем спасибо, всем пока-пока.